Себастьян, что за приспособление, длинное и твердое, для игры в бильярд? Всего три буквы, последняя и краткая. У тебя случаем эластика не найдется? Прошу у него. А почитай мне сказку. Эротическую, мой господин. Нет, лучше страшную, а то в прошлый раз не мог уснуть. Мне прочитай эротическую. Ну, Себастьян, почему же ты молчишь? Хочу и молчу. Хочешь и молчишь? Грей, а не пошел бы ты сам так? Так скажешь, Себастьянчик. Жили они долго и счастливо. Скукота, лучше бы сдохли в один день. Сель, сель, селюшка, селюшка, сель! Что? Привет! Здравствуй, Элизабет. Это все? Я испекла тебе пирожное. Что ты сделала? Скушай пироженку, съели. Выкинь. Не думаю, что это хорошая затея. Ты меня не любишь. Успокойтесь, леди Элизабет. Себастьян, ну скушай пироженку, хоть одну, ну позязя. Лучше съешь этот пирожное. Я сам его сделал, но скушай. Хорошо, я попробую твое пирожное. Вот, тебе со всей любовью. А может, надо было с изюмом? Сель, Сель, что с тобой? Сель! Ой, секундочку, ты уж потекла. Сель, что с тобой? Лиззи, я в порядке. Я никчемная невеста. Да и как друг не очень. Сиэль, а ты птичек любишь? Люблю. А у меня новое платье. Мне идет? Идет. А мы пойдем мне пони покупать? У меня много дел сегодня. Ты меня не любишь. Леди Элизабет, да люблю я вас. Тогда поцелуй меня. Уйди, Элизабет. Но ты же сказал, что любишь меня. Но я не умею. Лучше я спрошу Себастьяна. Он точно знает, как это делается. Себастьян! Обалдеть! Я тоже так хочу. И я, и меня так. Опа, Гангнам Стайл. Господин Хабаров!